Для участия в финале конкурса «Рублевая зона» в Чувашии приехал телеведущий, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Сегодня с ним встретился глава республики Олег Николаев. Союз журналистов России выступает одним из организаторов конкурса «Рублевая зона». Сейчас общественная организация приобретает все больше вес в жизни страны. Это одна из крупнейших в России и в мире творческих групп, объединяющая более 70 тысяч журналистов. Владимир Соловьев входит в комиссию, которая занимается распределением субсидий печатным СМИ по всей стране. Речь в первую очередь идет о сохранении национальных языков. Каждый год до 500 000 000 рублей распространяется и получают около 700 средств массовой информации. Большинство из них на национальных языках. И мы очень внимательно относимся к тому, чтобы беречь вот это богатство, национальные языки всех наших республик. В Чувашии 500 человек являются членами Союза журналистов России. На территории республики проводятся всевозможные форумы для представителей СМИ. Одним из оригинальных является съезд юных журналистов «Волжские встречи». В этом году они собрали будущих специалистов из 37 регионов России. Глава Чувашии отметил, что республика готова к более тесному взаимодействию с Союзом журналистов России. Мы всегда рады также быть площадкой для обсуждения различных вопросов в области журналистики. Если будет вот у вас такая вот возможность, мы с удовольствием примем. И здесь мы исходим из того, что, конечно же, приезд вот такого большого количества журналистов в регион даст возможность еще больше вовлечься нашим журналистам. Ну а то, что мы будем поддерживать их участие в тех форумах, которые вы организовываете, здесь можете даже не сомневаться. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика.